Конгресс США принял закон о предоставлении финансовой помощи Украине и о санкциях против России. Ранее документ уже утвердил Сенат, теперь его осталось подписать президенту Обаме. Документ, в частности, предусматривает предоставление Киеву гарантии по кредиту в размере 1 миллиарда долларов, а также помощь в размере 50 миллионов долларов. Кроме того, американские власти пообещали содействовать в вопросе возврата в казну украденных коррупционерами государственных денег. Против коррумпированных чиновников введут санкции. Этот же закон позволяет ввести ограничительные меры, запрет на выдачу виз и замораживание активов граждан России и Украины, имеющих отношение к присоединению Крыма. Примечательно, что первоначально законопроект включал еще и пункт о реформе МВФ, но 25 марта Сенат этот пункт убрал. Но валютный фонд может предоставить Украине первый транш помощи 3 миллиарда долларов до конца этого месяца. Общая же сумма двухлетнего кредита 14-18 миллиардов. В обмен на поддержку Киев проведет реформу монетарной, валютной, бюджетной политики, финансовой и энергетического секторов. При этом до 30 апреля страна должна выплатить 650 миллионов по прежнему долгу МВФ.